Дорогие друзья, вы пришли на День открытых дверей Высшей школы экономики, управления и права Северно-Арктического университета. Как минимум, это означает, что вы решили связать свою судьбу с экономикой и юриспруденцией. Получив юридическое образование, вы можете работать на различных предприятиях, представлять его интересы. Следственное управление МВД России по Архангельской области предлагает вам должность следователя. Работа следователя в настоящее время престижна и уважаема в обществе. Кроме того, она интересна, и каждый найдет что-то свое в ней. Чтобы стать следователем, во-первых, нужно получить высшее юридическое образование. Во-вторых, соответствует определенным квалификационным требованиям. Возраст от 18 до 35 лет для мужчин, служба в армии, а также отсутствие ограничений по состоянию здоровья, отсутствие судимости. И в-третьих, нужно пройти медицинский отбор и психологический отбор. В чем плюсы работы следователем? Во-первых, это все те же социальные гарантии и льготы, которые предусмотрены для сотрудников полиции. Плюс вы получаете юридический стаж, необходимый для дальнейшего карьерного роста. Также выслуга лет для назначения пенсии идет в льготном исчислении. Один год за полтора. То есть, если вы заканчиваете институт в 22-23 года, в 35-36 вы можете уже выйти на льготную пенсию и продолжить свой карьерный рост в других сферах. По всем вопросам поступления на службу в органы предварительного следствия МВД России по Архангельской области просим обращаться по адресу город Архангельск, Суфтина, 16, здание Следственного управления МВД России по Архангельской области. И желаем вам удачи в поступлении в университет. И ждем вас к нам на службу.